спасти пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Такая задача стояла перед сотрудниками управления МЧС России по Ульяновской области. Среди пожарно-спасательных частей провели конкурс с названием «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП». Участникам предстояло на время спасти условного пострадавшего, которого, по легенде, зажало в салоне машины. Первым делом нужно предотвратить возможное движение автомобиля, установить под колеса так называемые башмаки и пирамиды. Далее обесточить машину и снять аккумулятор. Следующий шаг – разблокировать двери и непосредственно оказать первую помощь пострадавшему. Главное – наложить шейный воротник, зафиксировать руки и ноги. Последний этап – ликвидировать условное возгорание авто. За нарушение техники безопасности команды наказывались штрафными очками. Всего в команду входило четверо – три бойца и водитель. Лучший результат показала сборная специализированной пожарно-спасательной части. Второе место заняли спасатели из Димитровграда. Бронзу взяли сотрудники из Теринги. Анна Тищенко, Улправда ТВ.